В Рязанской области в эти дни идет тщательная подготовка к сезону сбора зерновых. 304 комбайна полностью готовы к уборке урожая текущего года. Весь комплекс подготовительных работ, их качество и эффективность были изучены рабочей группой органов прокуратуры. О задачах, рассмотренных в ходе семинара в Дуслинском районе, наш следующий материал. В этом году пшеница выращивается в Джизакской области на 93 500 гектаров поливных площадей. Для уборки всего урожая привлечено более 300 комбайнов, 240 из которых это самые современные высокопроизводительные машины. При подготовке к сезону были привлечены специалисты компаний «Ускейс Сервис», «Ускласс Сервис» и «Интеграл Агро Сервис». Именно по их расчетам были приобретены запасные части на 12 миллиардов сумм, в результате чего все 304 комбайна доведены до совершенства. По словам механизаторов, каждая единица техники может убрать урожай на площади более чем 1000 гектаров. В семинаре в Дуслинском районе, помимо членов рабочей группы в составе представителей органов прокуратуры, приняли участие руководители областного и районных хакимиатов, видные специалисты сфер, руководства и механизаторы фермерских хозяйств и кластеров. Были даны четкие и конкретные поручения по своевременному завершению уборочной страды. Ответственные за сроки и качество получили непосредственные задания по проведению подготовительных работ. В первую очередь это относится к 1500 единицам грузовой техники, более 90 передвижным заправщикам и 80 видам спецтехники для оказания сервисных услуг. Согласно решению Хакима, были организованы штабы. Основная задача – подготовка мест приема зерновых, решение существующих проблем, мониторить расчеты по их приему и вести контроль. Также ведется постоянный контроль совместно с другими организациями по налаживанию уборочной страды в 2022 году 304 комбайнами в регионе. В частности, обеспечено выделение средств на запасные части в размере 12 миллиардов сумм. Выделен 1 миллиард сумм для выдачи зарплат механизаторов в качестве аванса и частями. Зарплата операторов также была выплачена авансом и частями. Все, что так или иначе связано с обеспечением продовольственной безопасности, всегда будет находиться в разделе наиболее актуальных вопросов современности. Потому также состоялся обстоятельный диалог на тему дальнейшей подготовки почвы к повторным посевам, эффективному использованию каждой пяди земли с целью стабильного насыщения внутреннего рынка продовольственной продукцией.